Почему, говорят, встречаем по одежке, а как рот-то открываем? Почему чем не качественнее речь, чем меньше повествования, чем меньше сути, чем больше болтовни, у человека ничего внутри, кроме сам с собой, нет. И его форма забалтывания только для того, чтобы никто не догадался, где я тут застрял. Ну, обычно, если на один выхожу на охоту, ну, только вот тут где-то у нас такая-то базальтовый ряд идет. Понимаете, о чем разговор в этом? И в этом случае всегда будет поражение. Всегда. Потому что здесь подразумевается формат или хочу вашего, или я не могу, или мне все должны, или как-то оно должно случиться само по себе. Ну, в общем, весь формат усредненной модели, которая красиво называется, условно адаптированная в обществе. Ну, товарищ не вырос. Ну, еще пока, ну, еще процесс идет. Да? Ребенок еще от 5 лет, он еще не адаптировался. Ему нужен какой-то промежуток времени, чтобы он просто адаптировался. И в этом случае всегда будет поражение. Когда вы здесь находитесь, вы никогда не получите. Почему причина, еще раз услышьте меня. Потому что ваше кино вот здесь, которое вы нарисовали, с пальмами, с Мальдивами, с бриллиантами, я не знаю, там, с пачками денег, управленцем биржи, там, хозяином, я не знаю, металлургического комбината, оно никогда не срастется с этой суровой действительностью. Потому что, ну, до комбината хотя бы надо дойти, как-то доползти. Обычно там, где люди живут, там, им же надо отсюда выскочить. Почему все так куда-то хотят выскочить? Потому что то, что мы вот тут видим, нас это не устраивает. Мы придумали картинку, и вот мы так вот хотим раз в эту картинку и попасть. Понимаете? Почему в этом случае нет навыков, нет конфликтов, я сижу, жду, включается диагональная скорость, меня сносит, я всегда буду иметь поражение. Поражение – это разница от придуманного и от действительного. Никогда действительность с придуманным не сойдется. Откуда берется формат поражения? А на самом деле человек достоин ровно того, что он имеет. Это то количество возможности, которые он увидел, находясь вот в этом формате, с этими очками туда-сюда. Понимаете? И вот насколько глазки раскрыты, настолько я вижу возможности. Почему в этом мире нет наказаний? Есть вот это вот, что я на себя напялила и что я себе придумала.